Переработка углекислого газа в камень. Миф или реальность? Углекислый газ, несмотря на столь малую концентрацию от 2 до 0,04% в атмосфере Земли, оказывает огромное влияние на жизнь на планете. Начиная с середины 19 века, отмечается устойчивый рост количества этого газа в атмосфере, который превысил критическую концентрацию в 400 частей на миллион в сентябре 2016 года и все продолжает увеличиваться. Некоторые климатологи утверждают, что если не взять под контроль этот процесс, парниковые газы способны спровоцировать повышение глобального температурного порога на 2 градуса. В результате поисков решений по снижению концентрации СО2 в атмосфере ученые и инженеры швейцарской компании Climeworks и исландской энергетической компании Reykjavik Energy представили совместный проект под названием CarbFix2. Это первая в мире станция, которая поглощает углекислого газа больше, чем вырабатывает, а также способна улавливать парниковый газ из воздуха и преобразовывать его в камень. Данную технологию уже внедрили в Исландии на геотермальной электростанции Хелисхейди. На первом этапе работы установки происходит улавливание СО2 из окружающего воздуха с использованием технологии фильтрации Climeworks. Фильтр, изготовленный из пористых гранул, связывает СО2 с влагой из воздуха и задерживает частицы вещества. Собранный углекислый газ смешивают с водой, а затем отправляют на глубину 700 метров. Там углекислый газ вступает в реакцию с входящими в состав базальтовых пород веществами и за счет этого переходит в нерастворимую форму, образовав известняковые отложения. В рамках пробного проекта одна электростанция планирует поглощать до 50 тонн углекислого газа в год. Стоит отметить, что глобальные процессы по изменению климата на Земле связаны не столько с антропогенным влиянием, хотя это влияние тоже велико, сколько с планетарными и космическими циклическими процессами, не зависящими от человека. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatra-science.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей разработки и использования технологии по переработке углекислого газа. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info@geocenter.info с пометкой «Для климат-контроля». Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.